очередной обзор. Сегодня у нас сумка от компании ESSHARK, значит, среднего размера. Будем ее мерить, какая она у нас по объему, а также смотреть, как она сделана. Вот такая вот моделька. Вот такие вот у нее ножки. Так что это пластик, резина. Похоже как резина. Похоже на резину. Там может такая пластмасска мягкая. Так, значит, замки. Замки у нас двойные. Такая вот. Здесь идет простая плотная ткань. Здесь в этом кармашке тоже стая. Напоминает как ПВХ какое-то покрытие. Так, здесь у нас на ручка вот так застегивается на липах. Так, а здесь молния, тоже замок двойной. Здесь, обратите внимание, очень плотная идет такая вот поролоновая, не знаю, какая вставка. Что тут за вставка? Дно жесткое, жесткое дно. Идет такая вот сумочка. Можно катушки положить, можно питание карповое. Так, сейчас мы померяем внутренний объем. Внутренний объем померяем. Так, значит, у нас здесь где-то 50 сантиметров будет максималка. Так, глубина будет, так, опа, глубина будет около 28, максимум 28 сантиметров. Так, еще растянется. Ну да, 28. Примерно 28 сантиметров. Сумочка из, так сказать, карповых всех принадлежностей, сумок разных фирм. Достаточно недорогая. Сейчас многие на нее обратили интерес. Поскольку по цене она приемлемая. В то же время очень стильно выглядит. Видно, вот ее. ESSHARK. Недочет какой. Вот опять-таки видно, что сделано. Могли бы все это, конечно, пообрезать. Вот здесь, вот здесь. Вот они, нитки. Ну, опять-таки, тут издержки. Издержки вот. Хотят сократить издержки, видно, на специалистах по обрезанию ниток. Поэтому что делать? Кризис! Так, смотрим, что у нас тут. Тут еще вот такой боковой есть кармашек. Вот так, боковой. Что-то можно тоже не крупное положить. Так, с этой стороны еще один боковой. Тоже на замках. Вот так вот. Так, общий, значит, общий ее объем сейчас померяем. Так, сколько будет? Ну, максимум, да, 60 где-то сантиметров, 60 максимум. Максимум, где-то 58 даже. 60 сантиметров. Еще раз. Да, 28 где-то. 28 сантиметров по высоте. И так. Какая она у нас будет? Около 28 тоже. 28 сантиметров. Приблизительно. Если сравнивать, вот мы взяли сумочку от компании Fisherman. Вот она, Fisherman, спасибо. Ну, тут, конечно, сумка сама побольше. Вот. Но здесь она идет чисто ткань, как бы без уплотнителя. Поэтому она такая мягкая по форме. То есть здесь форма жесткая, на шарковской сумке, шермановская мягкая. Ну, по объему понятно, что это моделька большого объема.
вот она идет. Тоже так же дно. Здесь вот эти все прикрученные ножки на болтах. Ткань очень плотная. Отличие какое, хочу обратить внимание, на здесь на металле все сделаны вот такие элементы. Вот видно, какие мощные карабины стоят, вот они карабины. Вот на шарковской это сделано, к сожалению, на пластмассе. Вот она пластмассовая. Ну, как сказать, лучше картошку не носить, не перегружать. Потому что, ну, здесь, понятно, меняется высота, длина или как назвать. Ну, короче, под ваши плечи регулировка. Здесь все сделано фишерман на металле. Ну, как бы по объему, не знаю, ну, померим давайте ее тоже, раз уже взялись. Уже где-то 70 сантиметров. Вот, кстати, как она называется, даже тут где-то артикл написан. Fisherman сумка дорожная большая, М316 она называется. Вроде как. Значит, по длине она у нас будет 75 примерно, вот мы ее растянули. По глубине она у нас будет около... Тоже 28 где-то сантиметров, максимум 28. Вот если оно растянется. Да, где-то может 30 вытянет. Ну, в этих пределах. Так, и вот так померяем. 36 сантиметров. Ручки. Здесь есть ручки. Ну, правильно, сумка-то большая, чтобы можно было вдвоем переносить, если она будет загружена. Или одного переносить с одного края. Сделано. Замки тоже двойные на фишермановской идут. Сумки. Честно, замки мне больше нравятся. Замок какой видно. Металлический такой. Вот здесь они как бы покрашены. Еще раз возвращаемся к сумочке. Вот они замочки. Как-то не знаю. Покрашенные. Вроде молнии так сделаны. Нормально, но... Бог его знает. Так, что еще по ним рассказать? Так, здесь боковых карманов нету. Здесь чисто идут ручки. Ага, нет, я ошибся. Извиняюсь, я ошибся. Вот он, боковой карман на одном замке. Боковой карман большой, вот он. Вот они, боковые карманы. Здесь и... Вот он здесь. Два боковых кармана. Еще раз повторюсь, что здесь нету уплотнителя. Просто идет очень плотная ткань. Насчет как сделано, видно, да? Видно, вот они, нитки торчат. Здесь. Так, здесь смотрим, как она сделана. Аккуратно, неаккуратно. Здесь вроде получше. Так, а внешний посмотрим. Вот она видно. Тоже косяки. Вот они косяки. Тоже, ну блин, ну уже бы человека посадили, который вырезал бы это. Короче, доработать напильником, ножки видно вот такие, скользить будут. Там, кстати, этот зимний вариант. Здесь такой вот. Так. На самой вот этой вот как веревке. Скажи, я вырежу. Как это называется, фигня? Пряжка? Херу знает. Не ремень, а ручка. Ручка? Не ручка. Ремень, правильно. Вот на самом ремне символика, или как, логотип фирмы Fisherman сделан. Ну, не знаю, видно, не видно его. Ну, как бы бренд. Вообще, они много делают по разной теме. И по карповой теме также. Видно, как здесь все сделано. Опять повторяюсь, вот все на металле. Вот такая вот сумочка. Да, вот еще бы жесткой формы она была, вообще цены не было. Просто здесь сделали бы какие-то
каркас какой-то, чтобы он не складывался. Но так бы она была намного симпатичнее и намного эффектнее смотрелась. Еще раз, внутри очень большой объем. Вот такой короткий обзор по карповым сумкам от компании Fisherman и от компании AirShark. Сделали в данном обзоре. Какие вопросы, какие комментарии, пишите. Будем работать над новыми видео данного плана. Если что-то мы не показали, пишите ваши вопросы, мы обязательно это покажем и расскажем.